Погорельцам на улице Маяковского выплатили компенсацию за ущерб их имуществу. 100 тысяч рублей помимо полного восстановления жилья получили владельцы квартир, которые больше всего пострадали при пожаре на крыше многоквартирного дома. Нас поддержали не только там морально. Приходили к нам, составляли акты, смотрели, интересовались лично, что у кого пострадало. Вот. И, конечно, я очень благодарна администрации. Компенсация была выплачена двумя частями, 49 и 51. Деньги люди получили в рамках программы социальной поддержки населения. На помощь могут рассчитывать химчане, которые оказались в сложной ситуации. Заявления на оказание финансовой поддержки и сбор документов принимают в МФЦ. Все сведения и необходимую информацию можно узнать у нас в управлении социальных коммуникаций по телефону 8-495-572-3097. Гражданин должен иметь постоянную регистрацию в городском округе Химки и прожиточный минимум на семью или на одиноко проживающего человека не должен превышать прожиточный минимум, утвержденный по Московской области. Всего в пожаре пострадало 19 квартир, 4 требовали капитального ремонта. В зависимости от степени повреждения жильцы получили различные суммы компенсации.